Они шли к победе не один год. Специалисты заповедной Мордовии стараются не только беречь национальное природное богатство, но еще привлекать туристов. В заповеднике имени Смедовича действует несколько туристических маршрутов. Каждый из них был лауреатом престижной всероссийской премии «Маршрут года». В копилке наград нашего заповедника бронза, серебро, а в 2018-м один из проектов заповедной Мордовии получил высшую награду конкурса. В этом году в городе Твери прошел региональный финал, где мы заняли второе место. Наш эколого-этнографический тур «Заповедная Мордовия» по Приволжскому федеральному округу. И в начале ноября, 1 и 2, был всероссийский финал этой туристской премии в городе Ульяновске, где мы также представляли свой этнографический тур «Заповедная Мордовия» и победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». В этом году в Темниковском районе побывало много иностранных туристов. Им было интересно узнать, какие национальности живут бок о бок в мордовской глубинке, посетить усадьбу знаменитого русского флотоводца Ушакова, принять участие в обрядах древней Мордвы. Специалисты заповедника решили использовать этот опыт во благо и презентовали на всероссийском конкурсе обновленный эколого-этнографический тур. Тур заповедной Мордовии – это посещение ушаковских мест, Нактарского монастыря, музея имени Ушакова, ну и, соответственно, мы окунаемся в этнику мордовского народа издревле, то есть в язычество, посещаем мифологический маршрут тропою предков, делаем куклу-оберег и также дегустируем блюда национальной мордовской кухни. По итогам конкурса жюри отметило 67 проектов в 21 номинации. 16 проектов получили специальный приз. Победа заповедной Мордовии – это новые возможности для воплощения в жизнь самых смелых задумок. Здесь планируют открывать и другие маршруты, чтобы сделать заповедную пушту еще привлекательнее для гостей. Есть замечательный электронный сборник «Пора путешествовать по России». Это девиз этой туристской премии. И эта награда дает право бесплатной публикации в этом электронном сборнике. А также мы надеемся на увеличение потока туристов на нашу территорию, поскольку все-таки более 60 регионов были участником этой всероссийской премии. И о нас узнали и в других федеральных округах в том числе. Посетить заповедник имени Смедовича туристы могут даже в зимнее время. Их обязательно проведут лучшим маршрутом выходного дня, а именно тропою предков, где каждый сможет проникнуться мордовским эпосом. Алена Москалева, Игорь Гангаев, «Наш новость».